уже более 10 лет занимаюсь персональным тренингом девушек и женщин. Я знаю женскую психологию, я знаю, чего хочет женщина. Если вы доверитесь мне, я благодаря своей программе для женщин сделаю вашу фигуру такой, как вы этого хотите. Вы будете тренироваться 3 раза в неделю. Например, это может быть понедельник, среда и пятница. Пропускать занятия нельзя. Если вы действительно будете придерживаться правильной диеты и заниматься стабильно, то уже через месяц вы увидите по замерам, что ваша талия становится меньше, ягодичные мышцы становятся более упругими, высокими. То есть вы увидите, как улучшается ваша фигура у вас на глазах. Вдох, выдох, все нормально. Вдох, выдох. Вдох 8 раз. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще один вдох. Достаточно. Сегодня мы рассмотрим приседания с умом. Это специальные приседания, в которых отлично работают ягодичные мышцы. Пожалуйста. Давай. Берем, ставим на тебя штангочку. Поуже ручки. Ножки на голову пошире, на стороны на 40 градусов. И глубокий, пошел глубокий присед. Раз. Хорошо, я смотрю на технику. Два. Отлично. Колени в стороны, руку назад, ниже. Три. Отлично. 4. В идеале вес должен быть побольше, тренер должен вот так страховать. Встали, садимся поглубже, 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 встали. Еще пару раз. Глубокий присед, вдох, выдох. Попу назад и пониже, пониже, пониже. И пяточками, пяточками встаем, затылком назад. То есть, еще раз повторим, вставать нужно пятками, не носками, а пятками давить пол. Затылок отводим назад, грудь вставлена, и мы почувствуем ягодичные мышцы. Тогда мы будем знать, что мы умеем делать это упражнение, приседание с умом. Сейчас же я покажу вам, как же делать выпады девушки, чтобы накачать ягодицы, а ноги при этом стали женственными и плавными формами. Мы делаем шаг вперед, шаг назад. И начинаем делать выпад так, чтобы колено оставалось согнутым под прямым углом. Встаем. То есть секрет в том, садимся, чтобы работать, упираясь в пол пяточкой передней ноги. То есть ни в коем случае колено не может выдвигаться сюда. Колено остается над пяткой. Мы работаем вот этой пяткой. Работаем. Наклон. Наклон тоже один из секретов. Если мы садимся, делаем выпад и немного нагибаем перед корпусом, нагрузка смещается на ягодичную мышцу. Еще три разика. Раз. Два. И поглубже. Три. Надо делать достаточно глубоко, потому что ягодичные мышцы работают в нижней фазе больше всего. Сейчас мы поговорим о тренировке плеч для девушек. В тренировке плеч для мужчин я использую большие веса, и плечи накачиваются огромными. Но тренируя девушек, я использую малые веса, плечи не получаются перекачанными, просто красивые плечи без жира. Берем гантельки, становимся передо мной, ко мне спиной, пожалуйста, и отходим назад, осаночку, и плавненько поехали. Прямые руки, мизинцами вверх. Работаем медленно. Вдох. Я выбрал такой вариант техники, потому что он самый простой. Прямыми руками. Мы взяли гантели всего по 2 кг, но все равно дельты будут чувствоваться. Поднимаем до высоты плеча прямые руки и опускаем. Мизинцами вверх. Такая техника позволяет хорошо почувствовать плечи. Давай, работаем. Раз. Чуть-чуть быстрее. Два. Три. 4, ну как, уже чувствуется? И 5, и плечики почувствовались. И закончили. Спасибо.
постоянно меня спрашивают, как накачать пресс, как сжечь живот, как уменьшить талию. Каким упражнением на пресс? Любое упражнение на пресс будет работать только при условии, если вы ходите в зал 3 раза в неделю и придерживаетесь правильной калорийности питания, правильной диеты, не едите сладкого. Но это мы уже начали делать, правда? А теперь показываем самое простое, но эффективное упражнение на пресс. Прошу вас, ложимся, оператор находится. И начинаем первое движение. Мы напрягаем живот, притягиваем колени внутрь. Раз. Вытягиваем. Пауза. Вытягиваем вдох. Выдох, напрягаем живот, пауза. Еще пару раз. Вдох. Пауза. И самостоятельно медленно. А раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Уже чувствуется, правда? Пока хватит. Так надо сделать 3 подхода по 15 повторений с паузой вверху. Потому что без паузы можно делать либо 100 раз, и тяжело не будет. Спасибо. Мы как раз беседовали о том, что икры, икроножные мышцы, девушке тренировать все-таки нужно. Чем больше мышц мы тренируем, тем больше ускоряется у нас метаболизм, так как больше мышц в ночном работе. И в целом больше улучшается фигура лучше. Плюс подтянутые икры – это всегда лучше, чем жирные обвисшие икры. Правильно? Не обязательно нам их делать большими. Мы можем работать маленьким весом и жить немного повторений. Поэтому мы сейчас покажем, как делать упражнения подъема на носки стоя. Подходим к тренажеру, беремся за него руками. Ставим две ножки, присели. Встаем. Держим спину прямо, ножки держим прямо. Поднимаемся на носочки вверх, пауза. Опустились, растянули икры, пауза. На носочки вверх, на носочки вниз. Работаем. Еще раз. Вот так делаем 3 подхода по 15-20 повторений. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Юрий Спасокукоцкий. И я сегодня расскажу вам, как улучшить ягодичные мышцы и бицепсы бедер и одновременно с этим улучшить мышечный корсет спины. Такое полезное универсальное упражнение называется очень сложно – гиперэкстензия. Но пугаться не нужно, это достаточно просто на самом деле. Подходим к тренажеру. Самые эффективные тренажерные гиперэкстензии – горизонтальные. Мы ставим ножки, ложимся. Берем оператора, прошу отойти назад, и вместе. И работаем, опускаемся. И поднимаемся вверху, напрягаем ягодичные мышцы. Опять поехали. Раз, вдох, выдох, сжимаем ягодичные мышцы. Вдох, и за счет сжатия поднимаемся. При такой технике работаем плавно. При такой технике прорабатывается и бицепс бедра, и ягодичные мышцы, и мышцы поясницы. Вдох, выдох. Денис, еще отойти назад. Вдох. Выдох. Вдох. Оператор перевозбудился, начал бегать по всей комнате. И последний подходик. Достаточно. Встаем и отдыхаем 60 секунд. Юлия Вайдич, я занимаюсь в тренажерном зале «Бицепс» с персональным тренером, и я очень довольна результатом. Моя фигура улучшается с каждым разом.